вернули мне планшет Acer с ремонта и поставили следующий ему диагноз. Так называемый глубокий разряд аккумуляторной батареи. Изделие подлежит ремонту по гарантии или в рамках бесплатного сервисного обслуживания. В общем, глубокий разряд батареи. Сейчас попробую включить, работает, не работает ли он. Экран весь залапанный. Не могли что ли его почистить перед возвратом? Весь в отпечатках пальцев. Я как представляю, мой планшетник, близкий мне, моему сердцу, лапал какой-то жирный программист своими заготовками. Заморал его. Это что за фигня? Что, сдох? Странно. Может, заряда батареи нету? Ну и где? Так. Такая же фигня после ремонта, смотрите. А нет. Что-то местами загружается, местами нет. Они что, издеваются, что ли, надо мной? Ёшкин ты кот. Что они с ним сделали? Смотри, раз. Все, снова нет. Ну, в общем, ничего они мне не сделали с планшетником. Я его проверил. Отнес обратно. Хорошо, что до дому не поехал. Занес сервисный центр. И говорю, вот-вот, ребята. Планшетник не включается. Но они сразу отмазочку нашли. Ну, у нас, наверное, батарейка разрядилась полностью. Мы же проверяем цикл. Зарядили полностью, разрядили полностью. Я говорю, давайте включим. Подключили его к сети. Показывает 72% батарейки. Аккумулятора. Я говорю, видите, он выключился при 72%. Это такое, я не понял. И начал говорить, ну вы же нам не рассказывали проблему при его эксплуатации, когда пришли сдавать на гарантийный ремонт. Я говорю, как не рассказывал, все пояснял вам. А что этот ваш приемщик написал, что требуется починить, я уж не знаю. Они говорят, ну хорошо, оставляйте, мы посмотрим снова. Я говорю, ну давайте, поосторожнее там, смотрите. Есть такие рукожопы. Не знаю, они ли это, не они. Ну, в общем... Неделю тому сдал, сегодня у нас 8, я сдал 1 апреля. Еще подождем. Ну, они сказали, уже покороче, дня 4-5. Ну, это без проблем, подождем, скорее всего, аккумулятор поменяют. Я так думаю, поставят какой-нибудь другой или иной. А вообще, имеют право они поставить иной аккумулятор? Либо уже все, замена должна быть полностью. А они мне вот что сказали, ну, я уже говорил, глубокая разрядка батареи. А я еще про нее в интернете прочитал, там симптомы другие. Глубокой разрядки. Они такие, как у меня. В общем, вот такие вот дела и чудеса. Держим связь.